Добро пожаловать на Hard Reset Info, это Huawei Nova 5T. И сейчас я покажу вам, как на этом прекрасном, я считаю, замечательном устройстве провести первоначальную настройку. Итак, первый шаг. Нам нужно выбрать язык. Спускаемся вот так вот вниз. И выбираем русский. Затем выбираем регион, в котором будем жить, да. То есть начать нажимаем. Вот теперь регион выбираем. Тогда мы выбрали раскладку. Русскую или какую? Клавиатуру. Вот, сейчас выбираем регион. Регион лучше выбрать тот, в котором вы живете, чтобы потом не было разных проблов. ОПР, ОП, Р, где рашка-то? Чё рашки не вижу? Это интересно. Рашка, ты где? Вот Украина здесь. России не вижу, я слепой или что? Л, М, Н, О, П, Р. России не вижу, кстати, удивительно. Может, они рассчитаны на российский рынок, либо же я просто слепой, не вижу его. Но, во всяком случае, выберу Украину, все-таки братские народы. Нажимаю Украина, далее... Условия использования. Нужно выбрать галочку. Вот здесь, видите, я принимаю вышеизложенное положение. Видите, я принимаю вышеизложенное положение. После того, как вы выберете эту галочку, нажимаете «Далее». Симку можете вставить сейчас, можете потом, нажимаете «Пропустить». Либо же, если вставляете симку, то нажимаете «Далее». Затем подключаетесь к сети, любой Wi-Fi. Хоть в кафе, хоть дома. Нажимаете «Далее». И телефон должен проверить, есть ли какие-то обновления безопасности, нет ли блокировки на этот телефон и всякое такое. Итак, вот пароль разблокировки экрана. Это пароль, который был до сброса всех данных. Если вы не помните его и именно поэтому сбрасывали свой телефон, да, то нажимаете «Использовать аккаунт Google» и вписываете просто данные аккаунта, который был на этом телефоне. Я впишу так «Hard Reset». Инфо 1. Далее. И введу пароль. Простите, я вам пароль не покажу. Надеюсь, вы сильно не обидитесь. Итак, вот я вписал пароль, нажал «Далее», и вот говорится, что предыдущий аккаунт Google на этом устройстве, Hard Reset Info 1, прошел проверку. Вы можете снова добавить его на устройство или использовать новый аккаунт. Вы же просто, скорее всего, у вас такого окна не будет, как и предыдущего, просто нажимаете, вводите аккаунт в свой Google и не паритесь, не заморачивайтесь этим гемором, который у меня был, потому что у вас этого, возможно, даже и не будет. Но если будет, то будет вам информация. Затем нужно будет настроить аккаунт Google. То есть, вернее, аккаунт Google, а аккаунт Huawei. Можете войти. Если у вас нет аккаунта, регистрируйтесь. Я сейчас не буду, потому что нужна симка моя с моего телефона. А я пользуюсь вот таким вот телефончиком Huawei. Поэтому симку сейчас перетаскивать не буду. Но вы войдите, либо зарегистрируйтесь. Ну, на крайняк, конечно, лучше так не делать, пропустите. Вот, пропустить облако, пропускайте, если не хотите платить за него деньги. Вот, защита устройства. Можете настроить разблокировку сканером отпечатка пальца сразу. Настроить разблокировку распознаванием лица, либо паролем. Я сразу выберу самую точную, самую честную. Это отпечатком пальца. Впишу пароль какой-то, 1, 2, 3, 4, 5, 6, от балды. Повторю его, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, и теперь... Палец, которым я буду разблокировать телефон, это будет большой палец правой руки. Нужно его сосканировать. Каждый раз палец нужно немного перемещать, чтобы он захватил абсолютно все области вашего пальца. Вот он говорит даже, каких участков пальца ему не хватает. Дальше боковые части пальца нужно зарегистрировать.
Ну, в принципе, и все. Нажимаем ОК. Настроить разблокировку распознавания лица не будем. Зачем она нужна? Нажимаем включить все службы. Затем нажимаете позже. Не надо участвовать ни в каких программах. Всегда актуальная версия программного обеспечения. Если хотите, чтобы ваш телефон автоматически обновлялся так, что вы об этом даже не знали, когда вы спите, можете включить. Я не советую, потому что лучше знать, что ты обновляешь телефон. Великолепно, наш телефон так прекрасно и плавно прогрузился. Все отлично, все хорошо. Осталось только проверить, работает ли сканер отпечатка пальцев. Прилаживаем палец. Не сработал, ну, естественно, я же не так его сканировал. Я его так сканировал. Берешь в руку, дотрагиваешься и разблокирует. Дотрагиваешься и разблокирует. Краешком дотрагиваешься и разблокирует. Краешком дотрагиваешься и не разблокировал. Разблокировал. Через раз иногда, ну, наверное, просто я криво, возможно, я просто криво зафоткал свой палец. Но кто знает. Спасибо большое за просмотр этого видео. Поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. До встречи.